Детская телестудия «Пионер» создана 6 лет назад при Дворце творчества в городе Училы, Республики Башкортостан. Мы выпускаем новости и сюжеты для детей и взрослых. А вещаются они на телеканале Училы ТВ. Например, детская передача «Непоседы» выходит 2 раза в неделю. Кроме журналистской деятельности, активно занимаемся мы благотворительностью. Уже 5-й учебный год шествуем над домом престарелых. Там мы бываем часто, делаем подарки своими руками, ставим концерты. Особенно они любят с нами поговорить. Мы для них стали как родные внуки. Также в своей студии часто устраиваем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла. Мы навещаем их и на дому. Немало среди них и таких, которых забыли собственные дети и внуки. Нам их очень жалко. Чем больше мы общаемся с пожилыми людьми, тем сами становимся добрее. Мы стали внимательнее к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, ко всем старым людям. Изменились и отношения к друг другу. Спешите делать добро! Ведь вокруг вас есть много людей, которые нуждаются в вашей помощи и в вашем внимании. Пионер в большом составе. Они прислали больше всех работ. А что же вы не выходите все вместе? Выходите к Александру Яковлевичу. Беслан, вас же так много. Есть Башкортостан, да? Да. Я вот сейчас как раз ехал сюда, пока одевался, смотрел ваш сюжет про, по-моему, называется «Они нам, вам». Они нам нужны. Да? И они нас ждут, во, они нас ждут. Да, очень душевно, молодцы. Спасибо вам. Держите. Вот вам униформа наша. Да. Так, сфотографируемся. Мы очень рады, что вы посмотрели именно наш сюжет. Мне очень интересно, чем он вас зацепил? Мне показалось, что вы были искренними в этом сюжете. Вы сопереживали этим людям. И когда это все делается от души, оно сразу чувствуется. И это душевность и тепло переходит зрителям. Поэтому в этом плане вы молодцы. И сюжет, по-моему, получился замечательный. Главное, я думаю, что вы не должны их теперь бросать.